червона калина похилилася. Що ж ти, моя рідна Україна, зажурилася? Ну, тут такое лирическое вступление, а пока мы работали неофициально, зарплату нам не дает наше руководство, а потому что мы работали неофициально, зарплату, ой, вернее, помощь нам не дает наше государство, поэтому нам дает наша матинка природа Украина, слава Украине. Вот я приехал пробить такой бизнес, знаете, сейчас вербное воскресенье, ну, думаю, надо хоть как-то пару гривен заработать каким-то образом себе на проживание. И, ну, и вообще, кто столкнулся с проблемой, или, может, кто-то хочет подзаработать вербный бизнес, как он работает. Приехал, я знаю, что есть, кто растет одна верба возле меня, недалеко, где я живу. Ну, то есть, потому что она растет возле водоемов обычно, а здесь как бы нету водоемов у нас рядом. Ну, и приехал, а я смотрю, что эту вербу уже так покромсали до меня, наверное, уже не один человек явно. И, короче, вот так она выглядит, но очень красиво, конечно. Вот, я сел и гнул любую руку. Вот такая штука. Короче, я просто песню дальше не знаю, поэтому я ее не спел. Ну, вернее, знаю, но не хотел перепортить слова. Короче, решил нарезать я вот вербы и продать ее, и посмотреть, сколько можно с этого заработать, вот об этого уже обглоданного, как говорится, деревца. Ну, немного явно. Хорошо, режем. Дальше будет. Урожай небольшой. Ну, такое, на букетиков 10 можно нашкрябать, так что попробуем это теперь что-то с ним реализовать. В общем, есть еще идеи, как их немножко размножить. Так что будем зарабатывать деньги на том, что растет на нашей родной земле, просто среди поля. Вот такая история. А еще ехал по дороге, увидел, думал, куда добавить зеленой травки этим букетикам, знаете, ну, просто, чтобы не просто, как бы, ветки были с этими белыми штуками. Засохшие такие темные ягоды и расцветающие молодые листья, спускающиеся на фоне просто. Черное прошлое, зеленое, светлое, красивое будущее. Так что, друзья, очень символично букетики у меня получится. Так что смотрим до конца, нажимаем кнопочку подписаться, лайк, там колокольчик, все дела, вы знаете. Короче, будет классное такой лайфхак, или как это назвать, такой, как заработать деньги, когда их нигде нигде взять. Еще по дороге нашел пару зелененьких веточек, тоже добавим в набор. Короче, вот так среди мусора можно даже еще деньги какие-то немножко попробовать заработать. Короче, зашел в фурнитуру, купил еще вот такие себе ленточки. Вот это все мне обошлось 36 гривен, 4 метра лен. Так что будем делать. Так, итак, что мы имеем? Я еще по дороге заехал и нарвал вот такой красоты пару штук. Думаю, пригодится. Короче, вишенка. Так, это пока стоит. Так, собственно, сама добыча наша сегодняшняя. Такой вот пакетик. Я тоже нарезал вот таких еще штучек. Пару веток. Какая красота. Прям сочный.
Вряд ли. Это три таких маленьких кистика. Таких красивых. Вот. 10 вот таких. Еще есть одна секретная штука в ложке. Просто детям решил палки за ним бросать. Ленточку вот. Думал такую историю. Что мы имеем по итогу сегодняшнего дня? Вот такую корзину красоты. Короче, друзья, вышел я на охоту. Вот мой арт-букет герба. Вот такой красивый красавчик. Вот он совсем не бывает. Сам бы купил, да денег нет. Короче говоря, пока только спрашивают, может под вечер начать и покупать. Работаем, выживаем, что говорится. Начал с 50 гривен за букет. Вот пока патриоты не нашлись, ждем. Короче, конкуренция большая. Тут сразу меня окружили, я не успел подойти, сразу подошла тетка вот с другой точки, там он стоит. В общем, бизнес тут схвачен, да. Пока что не знаю, ждем, никто не подходит. Будем здесь продавать, пробовать. Так, опять перешел в другое место, но уже что-то холодно, и люди вообще не ходят, что по улице. Короче, наверное, надо завтра с утра выходить, потому что что-то сегодня не ловится покупать. Короче, друзья, на следующий день пошел дождь, и реально было холодно, очень еще холоднее, чем накануне. Ну, в общем, друзья, что вам сказать? Результат получился такой. В общем, с 7 утра, где-то с 8 утра до 3 часов дня я занимался вот этой организацией вот этих всех цветов. Где-то в 4 я выехал на улицу, до 6, наверное, я постоял. То есть 2 часа я стоял, ничего не продал. А, пахнет шикарно, честно говоря. Вот, и на следующий день стало еще холоднее и пошел дождь. Вывод такой, что раз на раз не приходится. В принципе, заработать с этого можно, но должны для этого сложиться все обстоятельства. Во-первых, хорошая погода, во-вторых, отсутствие войны на улице, и в-третьих, просто везение, наверное. Но в этом году не повезло. Хотя расскажу вам, что в
прошлом году или пару лет назад я вот точно с такой же историей заработал где-то за часа 2 гривен 500. Ну, бывает. Так что вот держите лайфхак, кто захочет заработать на вербное воскресенье, ловите. Всем привет, Евгений, эксперт ИКС.